Всем привет, с вами Светлана. Распечатываю очередную посылку. Посылочки в последнее время несколько штук заказала в Китае. Обычно мне всегда приходит уведомление на телефон, и я иду получаю. В этот раз я не ждала, не гадала, пошла в магазин, там у меня лежит уведомление на почте, листик, придите, получите. Я же не могу понять, прихожу. Здравствуйте. А смс-ка не приходит? Вы случайно обнаружили, а в почте, знаете как, затеряться может. Хорошо, что я увидела. Ну, может быть, там телефон не был указан? А, там телефон, наверное. Ну, в некоторых есть, да, в некоторых нет. А, понятно. А я не знала просто, что оно там лежит, случайно сегодня. Паспорт нужен? А, хорошо. Ладно, да. Так, это я. А, это уже не нужно. Иногда приходят смс-ки, да. Нет телефона, то распечатывается да. Бумажечка, почтальон. Понятно. Угу. Розетка, да? А что это за розетка, интересно? Светлана Лещенко. Нет. Лещенко Светлана Юрьевна. Правильно? И не Постлайн какой-то фирма, не знаю. Да. Может быть, что-то вы заказывали. Ага. Хорошо, расписываться надо? Сейчас я ее выведу. Да. Бесплатно все заплатила. Отправите все доставку. Да. Я и в Китае заказываю икру. Я уже перед Новым годом столько раз она заказывала, что ведь держивать. Да. Я уже тут путаюсь с ними. Спасибо большое. Ничего, это полезно, вы знаете, для здоровья. Да. Оказывается, это с розетки. Каким образом с розетки? Подумала, посмотрела, оказывается, это так, что как-то они взаимосвязаны вот с Китаем. Я открыла свои заказы, посмотрела, что я заказывала в последнее время и когда. Все это недавно совсем, вот. Это тоже недавно, ну, вот. Ну что, здесь что-то круглое. Я так подозреваю, что это могут быть патчи. Вот совсем недавно я их заказала. И прослеживаем, нажимаем. Здесь написано, что посылка. Вот так вот. Расчетное время доставки. Ну, сейчас буду смотреть. Мне сказали на почте, что это с розетки. Каким образом розетка связана? Не знаю, первый раз у меня такое. Сейчас проверим. Угу. Точно баночка. Вот такая вот. Получается, что этот товар есть на розетке, и он быстро таким способом ко мне пришел. Здесь должно быть, я помню, заказывала 60 штук. Вот такие вот. Да, это они. Вот наборчик, вот сколько стоил. Это намного дешевле, чем у нас продается сейчас. Вот купить через интернет, заказать или в магазине взять. Сейчас откроем, посмотрим. Здесь вот ложечка есть. И вот такие вот штучки нам под глаза. Патчи. Лопаточка. Здесь такая, посмотрим, крышечка. Вот они. Золотые какие. Вот такие вот они тоненькие. Ну, у девушки знают. И женщины, зачем они нужны. И куда их прикладывать. Ссылочку, где я покупала их, я скину. И всем удачи, хорошего настроения. Пока, до новых встреч на моем канале.